Рид по своим подопечным, именно так милиционеры называют граждан, состоящих на учете, участковая смена Ленинского района начинает с 8 утра. Как признаются правоохранители, это именно то время, когда отдельных личностей еще можно увидеть в трезвом состоянии. Посещая дома таких граждан, милиционеры в очередной раз обращают внимание на условия, в которых живут социально уязвимые, а также напоминают об ответственности за отдельные категории правонарушений. Посещаются они на дому, ведется профилактические дела в отношении них. Если начальникам предусмотрено реже, чтобы проводилась профилактическая беседа, то проводится она реже, профилактические мероприятия. Также они приглашаются в РОВД, им показывают профилактические фильмы. Да, среди подшефных есть те, кто с помощью милиционеров смог вернуться к нормальной жизни. Правоохранители сегодня к ним периодически наведываются для контроля. Однако, к сожалению, так бывает не всегда. В отдельных случаях медики и участковые прибегают к радикальным мерам, принудительному лечению. Стоит ли доводить себя до такого состояния? Ответ очевиден. Некоторые возвращаются к нормальной жизни, но скорее всего, профилактические мероприятия проводятся для того, чтобы они в силу своего алкогольного опьянения и добычи алкоголя не совершали каких-либо правонарушений, преступлений, например, хищений денег и так далее. Не совершали ли в отношении родственников каких-нибудь правонарушений, то не вымогали у них деньги. Алкогольное опьянение, как показывает статистика, причина большого количества правонарушений, в частности, в местах массового пребывания людей. В летний период это, как правило, водоемы. Практика показывает, эти места массового отдыха, они обладают повышенной криминогенностью. С чем это связано? В первую очередь, наверное, с тем, что люди свой отдых, к нашему сожалению, зачастую сочетают с распитием алкогольных напитков. Поэтому мы и констатируем там совершение административных правонарушений и преступлений. Пустив зеленого змея в свою жизнь однажды, человек рискует потерять все. Выбор за вами.